Знаете, чего еще я фанат? Кринжовой политической рекламы. В сентябре в России состоятся выборы в Госдуму, и поэтому там идет полный маразм. Центральный штаб Единой России поручил региональным отделениям распространить музыкальный видеоролик о народной программе Единой России. Что в твоем регионе нужно сделать скорей? Льготное жилье для многодетных семей. Больше мест в школах и детских садах. Игровые площадки во всех дворах. Погодите. Взгляни вокруг, оглянись назад. Народная программа с тобою связаться хотят. Это что, голоса из заставки «Шаман Кинга»? Взгляни вокруг, оглянись назад. Ядросы с тобою связаться хотят. Им нужно победить, чтобы дальше воровать, чтобы всех пересажать. И не вздумай ворчать, слышь, иди голосовать. Что в твоем регионе нужно сделать скорей? Выгнать вороватых, тупых лодырей. Льготное жилье для многодетных семей. Здорово, что они даже в своем предвыборном видео, когда поют про льготное жилье для всяких семей, показывают эти убогие человейники, которые строят посреди поля, а живущие в них многодетные семьи даже не могут отдать своих детей в садик, потому что он один на весь район, и детям тупо не хватает мест в школах и детских садах. Каких сейчас тебе не хватает льгот? Может быть, нужно повысить мрот? Может быть, нужно надавать тебе мрот? Это звучит просто как издевательство. Чё ты там мрот без соли доедаешь? Чё тебе, льгот добавить? Или может всё-таки пенсионный возраст поднять до 100 лет? Мы все подохнем утром. С другой стороны, может они просто не смогли зарифмовать? Может быть, нужно создать условия, при которых будет развиваться экономика. Может быть, тебе нужны независимые суды, и чтобы бизнес не отжимали силовики. Что бы ты сделал в самом деле? Может, сократил бы рабочую неделю? Или, может, лучше губу бы закатал и работать все 7 дней стал. Как недавно предложил в Госдуме зампред комитета Госдумы по экономической политике. Нам не о 4-дневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи. Сказал депутат, добавив, что страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем. Народная программа, решай скорей. Как свалить все беды на граждан поскорей? Ух, эти неработающие граждане понастроят себе дачу за 1 000 000 000 рублей, а потом, блин, еще и 4 дня в неделю хотят работать. Выбери, куда направить налоги. Или лучше будем платить по 700 тысяч в месяц пропагандистам? Народная программа на Беру, mp.ir.ru. Ну, на самом деле, сам ролик неплохой. Клевая анимация, клевая песня. И текст сам по себе хороший. Просто он настолько оторван от реальности, что его невозможно воспринимать серьезно. Поэтому вот так бы звучала эта песня, если бы была основана на реальных событиях. Что в твоем регионе нужно сделать скорей? Не дать россиянам превратиться в бомжей. Вытащить из тюрем невиновных людей. Не платить миллионы Russia Today. Народная программа, развод лохов, потому что ядру не хватает голосов. Народная программа, беги бегом на votesmart.fspot.com.